Светофоры в Волгограде заросли деревьями. К такому выводу пришли журналисты высоты 102, которые познакомились с ситуацией на дорогах города. Светофоры плохо видны из-за осветительных столбов, дорожных знаков и указателей, но больше всего из-за разрастающихся деревьев. Если такая ситуация на центральных дорогах города, то что тогда творится на второстепенных? Вот с наступлением вот этого летнего периода, да, расцветает зелень, и ветки деревьев закрывают дорожные знаки. Вот эту борьбу с нашими, так сказать, администрацией, с чиновниками, мы ведем не первый год. И, к сожалению, я не могу похвастаться тем, что мы ее выигрываем, потому что позиция такова у наших властей, что вот мы сейчас дождемся предписания ГИБДД, а потом будем принимать меры. Сами они инициативы никакой не проявляют, свои обязанности они также не выполняют по контролю за уличной дорожной сети. Порядка 15 предписаний мы им уже выдали вот в этом месяце, я имею в виду. Ну и примерно каждый месяц вот так плюс-минус 10-15 предписаний выдаем. Когда они их не выполняют, они их просто не успевают выполнять, потому что они их ждут сначала, а потом их сразу много получается. Мы, естественно, привлекаем административной ответственности. Наказание на юридическое лицо до 150 тысяч за выполнение предписаний. Когда надо, тормозишь, а зеленым светом всем нам двигаться велишь. Ах, это светофор, стоишь красиво, у тебя большой обзор. И как волшебник очень много можешь ты остановить машины, людям дать пройти. Ах, это светофор, стоишь красиво, у тебя большой обзор. Машины.